Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили 64-летнего сочинца со скального участка. Затем на жестких носилках транспортировали мужчину к туристической тропе Агурского ущелья. На спуске у мужчины перестал прощупываться пульс. Было принято решение проводить сердечно-легочную реанимацию. Сотрудники скорой помощи продолжили реанимационные мероприятия. К сожалению, совместные усилия результатов не принесли. Тело мужчины передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба спасотряда.